Приветствую вас, дорогие! Вы на канале Валерса. Мы сейчас будем с вами рассматривать ситуацию, о чем мечтает загаданный человек. Посмотрим, что у вас за ситуация, как вы к этому пришли. Вы пока подпишитесь, поставьте лайк для энергообмена. Итак, о чем мечтает человек, мы будем смотреть на колоде «Лес любви». А вот на Таро мы посмотрим, что ситуация. Итак, давайте сначала сигнификация партнера, мечты которого мы будем просматривать, да? Сигнификацию партнера нам, пожалуйста. Человек, который не в ресурсе, человек, который, смотрите, по пятерке пентаклей, надеется на что-то, но не имеет возможности что-то дать вам, дать этим отношениям. Опустошен. Опустошен морально, опустошен, возможно, материально. Опустошен какими-то обстоятельствами. Что за обстоятельства? Слишком эмоциональный, да? Слишком эмоционально на все реагирует. Вышел на разговор рыцарь жезлов. Мужчина либо огненной стихии, либо такое, знаете, с ноги открывает все двери. Все ему должны. А он вот будет проявлять свою эмоциональность и кайфовать от себя, глядя со стороны. Хорошо, что за ситуация? Давайте. Что за ситуация в отношениях у вас? Давайте посмотрим. Угу. Решают ситуацию. Тут, кстати, партнер может просматриваться помоложе немножко. Жезловые девочки вышли. Либо тоже такие же эмоциональные. Вот, да, прямо искры летят. Либо девчонки огненной стихии меня смотрят. Такие открытые, откровенные, горячие. И, возможно, тут что-то вы не поделили на эмоциях. Именно на эмоциях не нашли какой-то общей точки соприкосновения. Что делили? Давайте посмотрим, что делили. Тут, знаете, каждому хочется внимания по карте «Отшельник». С одной стороны, каждому хочется внимания, с другой стороны, каждому хочется соблюсти какую-то свою свободу в этих отношениях, обозначить свои границы, то есть не сошлись моделями, стратегиями в отношениях. У вас своя модель, как должны выглядеть отношения, у партнера вашего своя модель, и вот кто-то явно покушался на чью-то, чрезмерно покушался на чью-то свободу. Это может просматриваться и подсматривание, да, такой щадящий контроль. Это может просматриваться лазание в телефоны. Мужчины тоже любят лазать в телефон женщин, честно вам говорю. Не только женщины этим страдают. Вот, то есть нарушение личных границ и желание абстрагироваться вот создал такую ситуацию. Ну и хорошо, создал ситуацию. Партнер не в ресурсе, это мы все узнали. А вообще, сами-то отношения, потенциал-то какой? Давайте посмотрим, какой потенциал отношений. Опять жезлы. Тут явно меня огненные смотрят, либо люди такие, знаете, прямо, вот слово не скажи, они вспыхивают. Они вообще, ну, практически в любых знаках зодиака присутствуют. Явно тут эмоциональный фон очень-очень оба энергичные. И вот ситуация такая, так скажем, знаете, пылающая, да, нога горит, земля горит под ногами у героев, и даже оба как-то подустали от этого всего, скорее вы вместе, но отношения качели, сейчас говорят, отношения качели, и друг друга вы вот этим еще, и эти качели еще каждый с ноги вот так вот подпинывает. Давайте посмотрим, о чем мечтает в этой ситуации партнер. Продолжить род, перестать быть одиноким, какие-то планы вынашивает относительно вас, может быть, даже конкретно вот разговор о том, что хочет, меня могут просматривать девочки беременные, напоминаю, расклад общий, у каждого своя ситуация, и каждый с общего расклада берет свою. Ну, вообще, вот так вот, если в общем говорить, то партнер вынашивает планы о том, чтобы продолжить эти отношения. И девчонки вышли, которые в зависимости от партнера, в эмоциональной зависимости, это часто случается с королевами жезлов, не надо быть зависимым, никогда ни одни отношения не продолжались хорошо, когда люди в зависимости. Зависимость – это желание получать,
Понимаете, это протянутая рука. А когда протянута рука, ведь по ней могут трясть вам и как бы сказать, убери руку, да, закатай губу, да, другими словами. Так вот, я специально так жестко говорю, для того, чтобы вы поняли о том, что зависимость это не есть хорошо. Из зависимых отношений надо выходить. Это не значит, что из самих отношений надо выходить. Надо выходить из зависимости, надо прорабатывать свою эмоциональную зависимость от партнера. Как это сделать? Это прежде всего нужно научиться наполнять себя лично. И тут взор свой нужно обратить во свой внутренний мир, в свое эмоциональное состояние. У человека существует всего две базовых эмоций. Если вы об этом не знали, я вам об этом скажу. Одна базовая эмоция – это любовь, и на ней уже выстраиваются все остальные эмоциональные фоны. И эта любовь, эмоция – это от Бога, от Вселенной, эмоция во благо. И есть базовая эмоция страха. И теперь уже сами понимаете, откуда эта эмоция. Эта эмоция явно не от Бога. И вот именно эмоция страха всегда вгоняет человека в зависимость. Поэтому прорабатывайте свои страхи, откуда они у вас взялись, их надо выявлять. Можно обратиться к специалисту, можете обратиться ко мне, я с подсознанием тоже работаю. Нужно выявлять, как правило, все страхи из детства. Нужно их вынимать, прорабатывать духовными практиками и становиться человеком наполненным, человеком осознанным и человеком, который управляет своими эмоциями. Выходят девчонки замечательные, красивые, и мы продолжаем разговор. Тема разговора у нас о чем мечтает? О вас, конечно, мечтает. О вас мечтает, хотел бы о вас заботиться. Видите, как вот так вот обнимает, да, нежно. Хотел бы заботиться, но и хотел бы соблюсти какие-то свои определенные границы в плане свободы. Девчонки, переставайте быть душными, если меня сейчас девчонки смотрят, да. Переставайте быть душными, потому что, вот смотрите, перекликается с этой картой отшельник, желание мужчины. Вообще, мужчины всегда любой контроль воспринимают в свой адрес как покушение на их свободу. И это всегда вызывает протест. Отсюда повышенный эмоциональный фон, отсюда ссоры, поэтому контролируйте себя в первую очередь и не пытайтесь контролировать партнера, потому что это всегда ведет только к ухудшению отношений. Я вас обнимаю, желаю вам во всем разобраться.